все клиники системы «Новый ЗИР» прошли полную модернизацию и оборудованы высокоточной и безопасной техникой, начиная от диагностических аппаратов, приборов терапевтического лечения и заканчивая сверхсложными установками для оперативных вмешательств. Совокупность этих факторов дает возможность врачам клиник «Новый ЗИР» возвращать качественное зрение там, где не могли помочь специалисты других клиник. Я долго не знал, когда кому обратиться в Днепропетровске за восстановлением зрения. Но когда узнал, что открылся филиал киевской клиники «Новый ЗИР», решился на операцию. Результатом очень доволен. Спасибо. Во время проведения каждой операции в клинике «Новый ЗИР» используются уникальные технологии восстановления зрения, в том числе авторские разработки врачей. Диагностическая система «Хедельбергский ретинотомограф» помогает досконально исследовать глазное дно у пациентов, провести автоматическую оценку зрительной системы, выявить макулярный отек, а также построить карту толщин сетчатки. Наличие такого оборудования незаменимо для обследования пациентов с сахарным диабетом, у которых происходят самые опасные патологические изменения в зрительной системе. Оснащена программой глаукома. Она позволяет выявить глаукому за год или два до ее видимого проявления и вовремя выбрать наиболее действенный способ лечения. Диагностика на ХРТ-2 проводится в течение 1-3 минут без расширения зрачков. Ретинотомограф проводит точное и объективное сравнение результатов исследований, проведенных в разное время. Благодаря этому врач отслеживает даже малейшие отклонения в глазу. Диагностическое исследование на системе ХРТ-2 на территории Украины проводится только в нашей клинике, так как даже не все глазные центры Европы обладают таким оборудованием. Отличительной чертой офтальмологической клиники «Новый ЗИР» является индивидуальный подход к лечению пациентов. Подбор именно той методики восстановления зрения, которая поможет быть наиболее эффективной именно для вас. Такого качества услуг по гарантированному восстановлению зрения в Днепропетровске еще не было. Если у вас или у ваших близких есть проблемы со зрением, обращайтесь в клинику «Новый ЗИР» по адресу улица Жуковского, 21А, телефон 374-0606. «Новый ЗИР» – все самое лучшее для вашего зрения.